В реальных боевых условиях испытали зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия ТОР-М2. Тестирование прошло успешно, рассказал гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиядинов в интервью РИА Новостям. Зиядинов заявил, что ЗРК ТОР-М2 полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях. Гендиректор подчеркнул, что по характеристикам ЗРК семейство ТОР не имеет равных. Российская разработка весьма конкурентоспособна, о чем свидетельствует ее экспорт. ТОР-М2 способен решать задачи противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защита стратегических объектов и элементов современного высокоточного оружия. Ранее сообщалось, что Россия к концу 2020 годов планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер». Также известно, что на вооружение Тихоокеанского флота России поступило 10 новых береговых ракетных комплексов «БАУ». А в начале февраля сообщалось, что военно-морской флот России начал получать станции визуально-оптических помех 5P-42 «Филин» от холдинга «Росэлектроника».